Компания Berlin Telekom является постоянным спонсором конференции Capacity Russia. Какие возможности для вас и ваших клиентов открывает присутствие на этой конференции? Какие продукты ваша компания представляет сегодня? Ну, прежде всего, конференция нужна нам для того, чтобы общаться с нашими партнерами. То есть конференция – это место, где мы встречаемся с партнерами лицом к лицу. Со многими из них мы общаемся постоянно, непрерывно, но это общение происходит по e-mail, по телефону или как-то еще. А вот так, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить какие-то наши текущие рабочие вопросы, это не часто случается. Вот, поэтому конференция – это хорошее место для встречи вживую, для такого прямого общения, и вот этим мы пользуемся. Для этого нужна конференция. Компания Berlin Telekom, как я понимаю, представляет услуги IP-телефонии. Насколько конкуренты ваши сегодня услуги, насколько они востребованы на российском и международном рынке? Наша компания работает на международном рынке. И на международном рынке это очень сильно востребовано. То есть действительно мы предлагаем качество передачи голоса, которое, наверное, далеко не все компании могут предложить. Вот это наше основное конкурентное преимущество. Мы специализируемся именно на голосе, и мы стремимся к тому, чтобы заключить как можно больше договоров с мобильными и национальными операторами по всему миру, чтобы передавать международный трафик и делать это по самым хорошим ценам. То есть вас можно с полной уверенностью сказать, что вы международная российская компания? Мы не российская компания, мы международная компания, да, и мы специализируемся именно на международном трафике.